шаришь. Когда шаришь про спорт. Паня Табанов, распучався у нас поединок. І олдбук. Непогана комбінація. Удар. І 1-0. 1-0 МНБ сервіс. А саме олдбук дивіна. Вперед. Бо це завершується у нас зустріч між колективами Алекс та МНБ Сервіс, і МНБ Сервіс перемагає рахунком 4-0. Це показало на самом деле в этих двух играх очень, как сказать, так, чтобы не обидеть, послушная команда, да. То есть там где-то пытаешься подсказать, никогда не спорят, все вслушиваются и как бы удается, да, это выливать в результат уже две игры. Надеемся, продолжим в том же духе. Лига хорошая, есть много хороших соперников. Благодарим команду Алекс за игру. Ну, наверное, сегодня мы, может быть, там чуть-чуть были пограмотнее, да. Но, ну, и реализовали все свои моменты, которые были. Там, по сути, из возникших там 7 моментов, 8 максимум, да, мы там забили 4, удалось довести игру до логического завершения. Ну, спасибо команде соперника, надеюсь, тоже продолжим в таком же духе. А как вы думаете, не зазнаются ваши подопечные? Да нет, там ребята на самом деле простые, ну, там не бразильцы никакие. Все нормально понимают, что они, по сути, дворовые футболисты, но, говорю, из-за того, что у них нету какого-то эго, да, того, что они футболисты, они, им удается при правильных советах, ну, я надеюсь, при правильных, удается это выливать в 3 очка. Ну, посмотрим, как будет дальше, много интересных игр еще остается, тем более, что в 2 круга еще с каждой командой мы встретимся. Ну, сегодня, я считаю, все было закономерно. А как думаете, чи не могла быть одной из причин перемоги те, что за протилежную команду грав главный организатор? Да, ну, я не знаю. Не знаю. Наверное, нет. Как бы отвечу просто, чтобы там не травить его. Добре, я зрозумів. Вам дякую за интервью. Вітаю вас, перемога. Другий матч, друга поразка. Чому так? Ну, во-первых, нет сыгранности. А второе, это физподготовка желает быть лучшего. Ну, ничего, мы не огорчаемся. Спасибо команде соперников. Антон на самом деле внес немало в игру этой команды.
спасибо ребятам, молодцы, успехов им. Ну, а для себя сделаем выводы, что надо как-то больше посещать тренировки, физподготовку улучшать. Ну, так. О, над тренером задумаетесь? Над тренером мы совместно с командой Developex сам тренируемся с Александром Усом. Но, к сожалению, у половины команды в основном постоянно не получается приехать по каким-то причинам. Возможно, улучшится все после майских, закончится картошка, и все будут ездить, и все получится. Безпосередньо, що присутність того самого Олександра на грі, там керування замінами банальне, підказки якісь, не знаю, чисто в такому плані. Да, хоча б це, ну, сьогодні у Саші не вийшло, возможно, в следующий раз получится, буде нам помогати советом. Шариш. Когда шаришь про спорт.